войска Саратовского гарнизона в ознаменовании 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом подполковник Чалый. Поздравляю с 73-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Станислав Юрьевич возглавляет заметную группу специалист первого класса майор Литовских Николай Владимирович. Перед трибуной стандарты главных исторических век победы. Оборона Бреста и Москвы, Сталинградская и Курская битвы, блокада Ленинграда, освобождение Украины и Белоруссии, освобождение Европы, штурм и взятие Берлина. На Театральную площадь вступает парадный расчет Вольского военного института. Перед трибуной юнармейцы лицея «Солярис». Из поколения в поколение в нашей стране прилежно передаются слова.